Кривом Рогі фельдшер скорой помощи приехала на вызов пьяной. Она едва держалась на ногах и постоянно улыбалась. По крайней мере, так утверждает мама двоих детей, которая и вызвала неотложку. Как все было, выясняли наши корреспонденты. Это видео сняла Валентина Шкельнюк. На кадрах видно, как фельдшер скорой помощи проходит экспертизу на алкогольное опьянение. Ну, хватит воздуха, не переживайте. Хватит. Поехали. Дышим. Нет, пока я не скажу, что. Валентина уверяет, медик приехала на вызов пьяной. У ее детей температура была под 40. И вместо помощи работница неотложки вела себя неадекватно. Пришлось вызвать полицию. Фельдшер не заходит, ребенка не смотрит, он просто стоит возле двери. Мило улыбается, ничего не говорит, слов никаких нету и просто как бы сползает по двери. Я уже поняла, да, она пьяная, бэджика у нее не было. Показать удостоверение личности она отказалась, но потом она сказала фамилию Бойко. Сделали экспертизу, 1,9 миль алкоголя. Для такого состояния, по словам медиков, человеку нужно выпить почти бутылку водки. Как выяснилось, женщина работает фельдшером на станции скорой помощи уже 8 лет. Недавно вышла после декретного отпуска. У нее полуторагодовалый ребенок. На работе мы ее не застали, руководитель уверяет. Его подчиненная была трезвой. Это показали повторные проверки ее состояния. Ей даже легкую степень не поставишь алкогольного опьянения. Почему так? Непонятно. В другом учреждении. Мы сдали. Она сдала. Не сама. То есть образцы крови и мочи брали в установленном законом порядке. И в крови, и в моче по нолям. Главврач все списывает на БАДы, которые его подчиненная принимала в этот день. Говорит, они и спровоцировали такое состояние. Однако в полиции эту версию отвергают и настаивают. Фельдшер в этот день была в состоянии алкогольной интоксикации. Теперь ее поведение оценит комиссия. Згідно з висновку, який надали працівники психоневрологічного диспансера робітникам поліції, а саме про те, що дана жінка знаходилася у стані алкогольної інтоксикації, працівниками Покровського відділення поліції було складено адміністративний протокол за ознаками статті 179 Кодексу України. Молодая мама с двумя сыновьями сейчас в больнице, но уже обратилась к адвокату. Говорит, за такое действие медработник должна понести наказание. Сотруднице неотложки грозит увольнение. Правда, если на это даст согласие ее руководитель. Елена Медалюк, Евгений Кондецов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровская область.